Доброго вам времени суток. В эфире новости галактики. И сегодня в программе. Демонстрация нового лаунчера и его возможностей. Клан Sunrise открывает двери. Более недели назад клан Sunrise открыл набор в клан. За это время было рассмотрено более 25 заявок. Если вы желаете вступить, вы можете оставить заявку в соответствующем разделе на клан форуме. Перейти на страницу клана можно через мой профиль или через список кланов, он на пятой странице. Все мы ждем это долгожданное обновление. Из сети в свободном доступе уже гуляет новый лаунчер, о некоторых возможностях которого расскажет наш корреспондент. Созин, вам слово. Благодарю, шаман. На мой взгляд, этот лаунчер действительно очень удобен. У него красивый дизайн и большой функционал. Итак, рассмотрим некоторые функции лаунчера. Первое. Инвентарь. В нем появилось три новые вкладки, которые отвечают за наш стандартный инвентарь, за управление зонами и за личные сообщения, которые пока не работают из-за того, что возможно пароль от игры, пароль от форума разные, но версии не конечные, и все это еще исправится. Второе. Интерфейс и настройки. Они стали намного удобнее, намного красивше. И все наконец-таки стало на русском, полностью. В звуках появилась возможность регулирования громкости радио. А в настройках видео много чего нового. И третье, на мой взгляд, самое интересное, это выбор сервера, на котором мы будем играть. Выбираем нужный нам сектор, нужную планету и высаживаемся на нее. Это не все новые возможности лаунчера. В нем много еще чего интересного, но это вы узнаете сами, когда выйдет новое обновление. Спасибо. Практически новости рекомендует вам профиль-клуб. Услуги всех профессий. Проверено, надежно, рекомендуем. Подробности в их сообществе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Удачи и до новых встреч. Принимаются заказы на рекламу. Все подробности в ЛС.